الآن عندنا بعض الناس يعني يصنع أشياء. И в наше время некоторые люди делают что-то. يستيقظ مثلا من النوم. Допустим, просыпается утром. يقول أنا أعتقد أن في هذا اليوم ستأتيني مصيبة. نفسي هنا مقبوضة. И говорит то, что он чувствует некое стеснение в душе и говорит, я убежден, что что-то со мной сегодня плохое произойдет. لماذا يتوقع الشر؟ Почему этот человек ждет пессимистически зла? يتشائم. Проявляет пессимизм. يعني يرى أن المصيبة تأتي. И убежден в том, что обязательно должно произойти несчастье. يتشائم مثلا بالطيور ببعض الحيوانات الكلاب الحمير مثلا كرمك الله. Начинает верить во всякие приметы, смотря на птицев, на птиц, на ослов и тому подобное. يتطير بعض الأصوات يعني يسمع مثلا صوت الكلب صوت الحمار كرمك الله يقول هذا معناه تأتي المصيبة. То есть, слыша какие-то звуки и так далее, воспринимает это какой-то плохой предвестник и считает, что обязательно случится какое-то несчастье. يتشائم ببعض الأشخاص مثلا إنسان يكون أعور أعرج يتشائم يتطير به. То есть, веря в приметы, если видит человек одноглазый или же хромой, думает, что это плохая примета. يتشائم مثلا ببعض الأماكن يقول لا أمشي في هذا الطريق لا ألبس هذا الثوب عندما مشيت من هذا الطريق حصل لي حادث. Делает предметом плохих, нехороших примет, одежды какие-то или же дороги какие-то, думает, что если я пойду по этой дороге, то обязательно произойдет со мной несчастье. هذا من الشرك الأصغر. Все это является малым ширком. المسلم لا يتطير, لا يتشائم. Верующий человек не верит в плохие приметы. المسلم دائما يتفاعل, يتوقع الخير. Верующий всегда проявляет оптимизм и ждет только добра. لأنه لا يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا الخير. Потому что от Всевышнего Аллаха приходит только добро. نعم. وهذه الأشياء التي يقولها بعض الناس هذا كله من الشرك الأصغر. И все подобные вещи, которые говорят некоторые люди, являются малым ширком. بعض الناس يعني هو متردد يتزوج أو لا يتزوج. Некоторые люди, допустим, сомневаются, жениться или нет. ماذا يصنع؟ Что ему надо делать? يأخذ وردة. Ему берет, он берет цветок. يقول نعم يقطع منها ورقة هنا. Начинает отрывать лепесточки. يقول أتزوج لا أتزوج أتزوج لا أتزوج. Женюсь не женюсь. حتى ينتهي الذي ينتهي عليه يمشي عليه. هذا تطير استقسام بالأزلام. Если он поступает таким образом, пока не закончится, и то, на чем закончится, если закончится, но не женюсь, то не женится, это и есть вера в плохие приметы, это называется истихсам билязлям, то, что делали арабы, выбирая стрелу из кучи стрел. نعم, كان علي أهل الجاهلية الكفار. Раньше этим занимались неверующие во времена джагилии. أو يأخذ العملة الحديدية. Или же берет, допустим, монету. ويرميها. Подбрасывает ее. إذا جاءت على الوجه, هذا معناه يمشي. Если падает на орла, то значит пойду вперед. هذا استقسام بالأزلام تطير شرك أصغر. Это тоже является استقسام بالأزلام, то есть гадание на стрелах является малым ширком. أو عندهم بعض الكلمات يستعملوها إنه هذا مثلاً يمشي وهذا لا يمشي. Или используют какие-то слова, вот это пойдет, это не пойдет. نعم. ويعلم حتى الصغار على هذا إنه إذا أردت تمشي أو لا تمشي تقول بعض الكلام والذي تنتهي عليه هو الذي تصنع. И обучает даже этому маленьких детей, то есть говори какие-то слова, какую-то скороговорку. Если ты закончишь на определенном слове, тогда это признак того, что надо отправляться. Если нет, то не отправляйся никуда. وبعضهم يتعدى حتى على القرآن. يقول أنا أتزوج أو أتزوج أفتح المصحف. И некоторые люди перешли все границы, даже начали гадать на Коране, говорят, жениться или не жениться, и открывают Коран. وقع نظري على آية فيها رحمة أتزوج. Если попал его взгляд на аят, в котором упомянута милость Аллаха, то он говорит, буду жениться. وقع نظري على آية فيها عذاب لا أتزوج. Если упал взор на аят, в котором говорится о наказании, не буду жениться. هذا من الجاهلية, هذا من الشرك الأصغر. Все это является невежеством и все это является малым ширком. يأتي اتصال آخر الليل الساعة 2 في الليل مثلا. Кто-то ему звонит 2 часа ночи, допустим. فهو يتشائم. لماذا؟ То он сразу начинает, то есть проявлять пессимизм. Почему? حال المسلم دائما التفاؤل يتوقع أن كل خير يأتي من الله سبحانه وتعالى. Положение верующего должно быть таким, что он во всем проявляет оптимизм и от Всевышнего Аллаха ждет только добра. نعم.